Мало не в кожному британському фільмі обов'язково фігурує паб. Традиційний ресторан з великим вибором пива та брутальних чоловічих страв. Герої стрічок у пабах із колишніми дружинами миряться. І навіть кінець світу зустрічають. В українських пабах відбуваються не менш доленосні події. Наприклад, битва трьох рестораторів, які перевірять та оцінять заклади одне одного. Вирішити їхню суперечку допоможу я, а ви здогадуєтеся, хто з них отримує титул «Найкращий ресторан». Отже, сьогодні у шоу змагаються столичні паби. Пронизаний духом свободи гриль-паб «Че Гевара». Атмосферний мережевий арт-паб «Бочка на Подолі». Та молодий гастропаб у передмісті Києва «Штопор». Першим конкурентів зустрічає «Че Гевара». Легендарний кубинський революціонер «Че Гевара». Теж працював в ресторанному бізнесі. Команданте, за вас. Подорожуючи Південною Америкою, без грошини в кишені, він періодично заробляв гроші на харчі та дорогу миттям посуду в забігайлівках. Цікаво буде подивитися на тих, хто працює на кухні київського гриль-пабу «Че Гевара». Запам'ятайте обличчя цих людей. Можливо, колись вони поведуть за собою мільйони. За легендою, заклад заснували байкери. Оскільки кубинський вільнодумець теж ганяв на мотоциклі, паб назвали на його честь – Че Гевара. Гостям тут дають повну свободу дій. Хочеш – грай на баяні, хочеш – на гітарі. Можна самому риб погодувати чи навіть проконтролювати процес смаження на грилі свого замовлення. Словом, просто таки революційна гостинність. Демонструвати її конкурентам сьогодні буде керуюча закладу Оксана Бадауї. Что такое гастропаб «Че»? Это дух свободы. Приходите, танцуйте на барной стойке, пойте, играйте на музыкальных инструментах. А еще для вас свежее пиво и вкусные закуски. За ваше настроение! На кону титул «Найкращий ресторан», а суперники – справжні акули гастробізнесу. Перша з них – співвласниця арт-пабу «Бочка на Подолі» Олена Самарська вже дісталася берегів Оксаниного острова Свободи. Судя по фотографиям, я так понимаю, это кубинский паб, да? Че Гевара, если я не ошибаюсь, но, честно говоря, не очень уверена. Вывеску я не прочитала. Обычная деревянная досточка, на которой написано определенное количество слов. Это мне совершенно ни о чем не сказала. Ни название, ни что, ни о чем непонятно. Може, краще з Че Геварою порозуміється автор гастропабу «Штопор» Анатолій Стариковський? Здравствуйте. Добрый день. Меня Толик зовут. Меня зовут Лена. Я из Ирпеня, бар «Штопор». Представитель арт-папа «Бочки на Подоле». Лена мне показалась довольно такой зубастой профессионалкой. Ну, я подумал, что будет сложно. Я поняла, что он спокойный и не будет очень строго нас судить. Та не варто квапитися з висновками. І в цьому закладі, і в наступному Анатолій ще встигне продемонструвати, що стоїть за його стриманою усмішкою. Честно говоря, не сразу определила название этого места. Когда сблизи не видно, где ты находишься, да? Там, наверное, вывеска наверху есть большая. Ну вот да, как-то да. Со стороны тротуара, во всяком случае, этого не видно. Вывеска есть, ее просто тупо не видно. Если у заведения не видно вывеску, это, безусловно, заведение топит. А ще глибше потопити Че Гевару явно намагаються суперники. Як вам Туя? Як вона вам виглядить? Я думаю, вона літом виглядала краще. Туя просто ужасна. Чахнуще дерево возле ресторана намікає на сам бізнес. Прямо при вході показувати запущеність – це неправильно. І не хочеться заходити. А доведеться, бо Оксана вже приготувала гостям частування. Здравствуйте, дорогі колеги. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я здесь немножко командую. Оксана показалась мне женщиной, которая сейчас накормит украинской национальной кухней до отвала, но никак не будет управляющей веселого кубинского паба. Легкий аперитивчик, тартар из лосося, куриный паштет и сливочная такая паста, это буко с анчоусами. Не запомню, как они называются, но довольно изящное название у них было. Я думаю, именно вот это она хотела показать, что они тут готовят вот
такую вот штучку. Пару кусочков хлеба и паста какая-то. Ну, это как-то, я считаю, что можно было бы придумать что-то поинтереснее. Очень скудно, на мой взгляд. А апетайзери і не мають бути як стіл на святвечір з 12 страв. Їх пропонують гостям лише для того, щоб трохи-трохи розігріти апетит. І тартар, паштет та вершковий сир з анчоусами чудово підходять для цих цілей. Тому тут я з Оленою не погоджуюся. Просто зараз конкуренти мають оцінити сервіс в Че Геварі. За його якість відповідає офіціантка. Здравствуйте, мене зовут Єлена, я буду вашим офіціантом. Здравствуйте. Меня смутило отсутствие бейджа. Так легче общаться, легче позвать официанта, если нужно. А мене те, що офіціантка подає меню закритим. Треба ж розгорнути його для гостей, а? Сразу же, на что я обратила внимание, это неправильная подача меню. Меню было сначала предложено мужчине, потом женщинам, хотя все должно быть, в общем-то, наоборот. Схоже, шанс справити добре перше враження змарновано. Як щодо другого? Откуда такое название «Павычье»? Это фирменный стейк, это идет вырезка тендерлоин. Почему именно эта часть назвали вы ее «Павычье»? Она была достаточно скована. Видно, что она очень волновалась, переживала, дрожала. Мне показалось, сейчас будет обморок. Ну, от чесно кажучи, цей павече просто зламав мені мозок. Паве – це каменюка, але чому вона че? І чому так назвали ніжний стейк з вирізки? Може, він не такий вже і ніжний? А? Леночка, а предложите мне, пожалуйста, что-нибудь из основного блюда. Давайте мясо. Особок. Телячья голяшка, а вот идет кость внутри с мозгом. Я, конечно, не особый любитель таких вещей, но интересно, это что-то новое. У меня в ресторане такого в пабе нет. Та й мене дивує те, що він є в кубинському пабі Че Гевара, адже особука – це класична італійська страва. А якщо ви не любите кістковий мозок, ви просто не вмієте його готувати. Подавати його треба зі скибкою чорного хліба та шматочком перчика чілі. Скуштуйте, вам обов'язково сподобається. Ви мені розкажіть, будь ласка, про утіну грудку з яблуками під винно-ягодним соусом. Степень прожарки тільки медіум. Подається з тушеними яблуками, з пряностями і в красному вині. Хорошо, я попробую. Утку легко пересушить, легко недомариновать. То есть это довольно тонкая работа. Интересно было справиться ли ребята с кухни. Офіціанці таки вдалося реабілітуватися в очах конкурентів. Тепер справити на них враження має шеф-кухар. Ну что, коллеги, это наш уважаемый шеф Александр Паташов. Наш шеф-повар, творческий, он голова нашей кухни. А голова на кухні має бути яка? Правильно, у головному уборі. Не догледіла Оксана свого шеф-кухаря. Когда мы заходим в рабочую зону, мы должны одеть сверху халат. Шеф нам этого не предложил, поэтому мы зашли, конечно, в том, чем было, но это не есть хорошо. Здається, перевірка чистоти та порядку на кухні буде для Че Гевари не менш складною, ніж попередній етап. Фритюр, ну, не очень чистый. Вид фритюрницы ужас. Ужас просто. Я, честно говоря, не ожидала. Она была жирная, грязная. Жир явно не первой свежести. Масло, ну, маслице уже мутное. Я считаю, что вчера там масло не меняли. Позавчера, скорее всего, тоже. Нельзя жарить на таком масле продукты. Там, как минимум, пересекаются вкусы всех этих продуктов, которые там за 5 дней побывало. И, во-первых, это невкусно, во-вторых, это вредно. Побачене серйозно збентежило рестораторів. Вони просять шеф-кухаря показати продукти, з яких готуватимуть їхні страви. Утіне філе у нас. Вот ви видите, 2 дні назад була куплена запакована утка. Срок хранення 14 днів. Большинство, ну, как бы м'ясо охлаждене, небольшими партіями, щоб завжди було свіже. Моя утка була не заморожена. Кроме того, вона була промаркирована. Там був вполне свіжий срок годності. Я успокоївся. Тепер кухарю треба заспокоїти ще й Олену. М'ясо особуха. Угу. Вчора було. А що воно такий цвіт у нього? Красне вино. Красне вино, так? Да, да.
Маркировка свежая. Вчерашний день размороженное. Когда я видела размороженное мясо, не совсем приятное ощущение, потому что его цвет, какая-то консистенция непонятная, заставила задуматься, ну, как бы, о качестве продукта. Кухня справила неоднозначне враження на конкурентів. Врятувати ситуацію зможе тільки вдала дегустація страв. Собака. Ух ты, какая красота. Красота. Приятного аппетита. Слишком простая какая-то подача, этот соус, как-то вот он так налит, можно сказать, небрежно. Мне не понравилось. Вот это классная пабная такая подача, потому что там был большой кусок мяса с косточкой, сверху навалены грибы. Мясо прекрасное, мягкое очень. Сочно. Хорошая прожарка, прям вот-вот таяла во рту, мясо отличное. Справи Че Гевари потроху налагоджуються. А чи буде так само задоволений своєю стравою Анатолій? Блюдо красиве, хорошо вилежене, як в хорошому ресторані. Ну, немножко виходить із общей концепції, так от все, по-богатому. Заморочились, да. Это пап, тут хочеш м'ясо, на. Грудинка режеться хорошо. Мягка. Не чувствуется вкус утки, все, он не перебивает его соус. Угу. Соус, который подали к этой утке, мне понравился. То есть там была клюква, там было вино, там был апельсиновый фреш. Отличный такой кисло-сладкий вкус. Может быть, мы у него попробуем? Он так рассказывает. Давай, Оксана, попробуем, если может, Анатолий не возражает. Да, попробуй, конечно. Да? А может, не варто? Слегка жестковато, но я думаю, что утка, в принципе... Дикая. Дикая, да, мясо. Ну, как-то вот эта зажаренная жирная прослоечка, очень чувствуется вкус тоже жареного сала, тоже сбивает, ну, в общем, не очень. Сейчас я вам тоже предложу свое блюдо. Я вот это пабное очень хочу попробовать. Хорошо пожаренный кусок. Асабука, голяшки с грибочками мозга, и соусом. Мозг? Да. Для этого нужно просто убираем грибочек и чуть-чуть, переворачивая косточку, вот он здесь, мы его аккуратненько достаем. Никогда не ел, специфический вкус довольно. Я первый раз съел костный мозг. Не скажу, что это очень вкусно, я не ощутил його величия. Чи додасть замовленню трохи величі його вартість? Час підбити рахунок. Моє блюдо стоїло 160 гривень. Це, виходить, найдорожче, але за таку приготовлену грудинку утіну я б віддав за сочетання вкусів 160 гривень. Блюдо Лени стоїло 145 гривень. Я теж вважаю абсолютно адекватна ціна. Сюди зайде чоловік з середнім достатком, але рідко. То есть чаще будут заходить люди, которые выше статусом. Чи відповідатимуть статусу Че Гевари оцінки суперників? Це можуть бути бали від 1 до 10 за 4 критеріями. Концепт закладу, сервіс, кухня та чистота. За концепт я поставила 6 баллов, потому что я считаю, что общая стилистика паба недостаточно выдержана. Есть вещи, которые противоречат друг другу. За кухню я поставил 9 баллов. Повара молодцы. Они накормили нас очень вкусно. Я не поставил 10 только из-за подачи некоторых блюд. Там присутствуют такие богатые элементы, богатая подача, из-за которой просто нивелируется слово «паб». На другий день столичної пабної битви годуватиме бочка на Подолі.
Арт-паб «Бочка» на Подолі. Мабуть, один з найкласичніших пабів у столиці. Тут регулярно проводять пивні години, а також транслюють футбольні матчі та боксерські поєдинки. Тобто, гламурним дівчатам на високих підборах тут робити нічого. І мені надзвичайно цікаво, як із цим закладом вправляється Олена. Власники відкривали цей заклад спеціально до Євро-2012. І щоб по-європейському розважати іноземних вболівальників, акцент зробили на професійному оснащенні сцени та ситній кухні. Раз-раз. Это лучшая сцена среди киевских пабов. Здесь выступают настоящие звезды. А это свежайшее пиво из собственной пивоварни. У нас вкусно, пьяно и весело. Приходите в арт-паб «Бочка на Подоле». Мы с мужем стали заниматься ресторанным бизнесом. Потом в какой-то момент у нас не сложились взаимоотношения с предыдущим арт-директором. Я абсолютно случайно попробовала себя в этом направлении. И у меня получилось, ну это на мой взгляд. А чи достатньо старалася Олена на погляд її суперників? А особливо Оксани, чий заклад Олена вчора старанно топила. Парковка, да, посмотри, она забита реально. Я вот ехала, и остановиться было невозможно. С парковкой все плохо здесь. Но ее просто тут нету, в принципе. Вывеску видно издали, вблизи опять не видно. На меня вывеска не производит никакого впечатления. Она теряется в том разряде вывесок, которые вообще здесь присутствуют. Довольно большая площадка у них. Да, что здорово, что у них есть свой дворик. Потому что летом, я представляю, когда на улице жара, а ты можешь прийти здесь, вот отойти от дороги, да, буквально вот пройдя арку, ты попадаешь, по сути, вот такой в уголочек. Та чи не заженуть суперники в кут саму бочку? Олена нервується, хоча до зустрічі гостей добре підготувалась. Здравствуйте, мои дорогие гости. Я решила, что в гости с пустыми руками не ходят. Это чизкейк. Я надеюсь, что это подсластит тот критический момент, который, наверное, будет сегодня происходить. Головне – честно. Щойно Оксана тактовно натякнула суперниці на реванш. Ну, я, в свою очередь, тоже хочу вам предложить попробовать наши закуски. Фирменное пиво, бочка, сидры и закуски все нашего производства. Какая прелесть. Колбаса вкусная. Я попробую. Да. Огурчик. И аджика вкусная, кстати. Встреча в бочке мне определенно понравилась больше, чем в Че Геваре. Большие наполненные мясом тарелки. Сразу бокалов 8 или 7 пива. По сравнению с этими брускетками, конечно же, бочка тут выиграла. Але ж зустріч має розпалити апетит, а не перебити його. На мій погляд, Лена припустилася стратегічної помилки, бо наситий шлунок основні страви в бочці можуть справити на конкурентів не таке феєричне враження, як на голодний. Стіна із кирпича з бокалами, такий лофт. Классный, что для паба супер. И большая часть стен просто какая-то красивая венецианская штукатурка с картинами, которая, опять же, отправляет нас в какой-то музей, а не в паб. Ну что-то здесь какая-то пустота. Я переживала, что у меня стены голые. А теперь я поняла, что мне надо успокоиться, что есть еще голей. Справити на гостей краще враження може гарно вбраний офіціант. За його майстерністю та професіоналізмом конкуренти оцінюватимуть сервіс у бочці. Здравствуйте, меня зовут Александр, сегодня я буду вашим официантом. Рада вас видеть вас в арт-пабе «Бочка на Подоле». Спасибо. Официант был опрятен, никаких минусов в его внешнем виде я не увидел. Мне не понравились бейджики. Много места на бейджике отдано самому логотипу «Бочка», учитывая, что я еще была трезва, и я как бы могла прочитать его имя. А если бы я переборщила, ну, ты кто? А ти «Бочка»? Схоже, Оксана вже почала виконувати свою погрозу. Завзято критикувати заклад. Не могу понять, чего она вот здесь как жиром какая-то вот забрызгана. Ну, может быть, где-то, конечно, упустили что-то. Да, вот это жирное
пленочка, она меня вызвала такую как брезгливость. Если меня уже с меню встречают с таким грязным, то что тогда можно ожидать дальше? Но она очень пристально высматривала. И если очень пристально высматривать, то вполне возможно, что можно даже увидеть то, чего нет. Очень отворачивает наличие в меню пиццы. Вообще, какого черта пицца должна быть в пабе? Еще суши туда надо приделать, и все, и караоке. Меню конкурентів засмутило. Тим не менше, вони мають вибрати з нього по одній страві, щоб оцінити кухню закладу. Сигари к піву. Це пресне тесто. Внутрі знаходиться говяжий фарш. Воно виліплюється в форму сигари. А тесто пресне ви самі робите чи покупаєте? Так, все тесто самі робимо. А фарш? Фарш самі. Офіціант нервничал, когда говорил, дикция, конечно, у него хромает, но меню знал. А скажи, пожалуйста, если я не хочу чесночный соус, я могу его поменять на какой-нибудь вот другой из ваших? Смотрите, специфика нашего блюда, что соус уже как бы заложен в цену, вы также можете заказать отдельно другой соус. За доплату? Да, к сожалению, за доплату. Заменить не могу. По сути, все соуса у вас в одной цене идут. Да, в одной цене. Это никак не повлияет. Какая глупость, ну что, сложно соус поменять? Если я простой гость, я пришел и попросил заменить соус в блюде, и мне сказали, доплати-ка, дружок, еще двадцаточку за соус, то мне это не понравится. Может, в бочці часниковий соус просто гірше продається, якщо його включено у вартість страви, і від нього не можна відмовитися? Такий підхід до гостей закладу не надто дружній. Not friendly. Сервіс у бочці дав тріщину. Чи під силу офіціанту її законопатити? Я закажу сигари к піву. Моє блюдо знаходилось в розділі спецпредложення від шефа. Я так розумію, якась їх гордость лична. Мені хотілося побачити, чим вони гордяться. Я тут побачила один салатик, якийсь цікавий для себе. Гриль-салат. Яке м'ясо тут використовується? Йде говядина. Це говяжа вирізка, м'якоть, яка жариться на грилі. На грилі, на сковородці грилі чи непосредственно на огні? Ні, на сковородці. Офіціант молодець. Олександр, він такий от розговорчивий. Це здорово. Гриль-салат, я його заказую. Ну, вибір Оксани мене не удивив. Можна було спробувати щось більш цікаве. Салат простий, але я чекала нових ноток. Что-то такое вот интересное, что, может быть, я бы могла это перенять втихаря и посоветовать своему шеф-повару. Замовлення зроблено. І офіціантові, схоже, вдалося врятувати сервіс бочки. А чи не підведуть кухарі? Да, я вот, если честно, для меня это большая проблема. Я очень не люблю, когда в холодильниках вот, ну, это недопустимо. Вы видите, здесь у вас аж черная плесень. То есть я считаю, что надо это вымыть. Видно было, что и ручка холодильника очень грязная, и вот этот магнит, который держит в его складочке, позасыпалась грязь и плесень. Явно не на руку продуктам, которые находятся в этом холодильнике. Ну, то це взагалі-то неприпустимо. Спори грибка та пліснів, які потрапляють на продукти, спричиняють цілий ряд захворювань в нашому організмі та алергічних реакцій. І ресторан просто не має права допускати їхню появу в холодильнику. Чи будуть іще в Оксани підстави котити бочку? Здесь храняться овощі. Ліс салата. Свіжий. Да, так, конечно, надо было помыть судочек, конечно. Андрей, у вас здесь еще немножко беспорядочек. Я обнаружил там еще такую грязь сверху на полочке. Это плохо. Это говорит о неопрятности самих поваров. А что вот в бутлях вот в этих? Это... Здесь у нас узвар. Маркировочки на нем поставили, не поставили. То есть я как бы не вижу. Конечно, было бы здорово хранить это в какой-то более профессиональной таре, потому что есть ведра специальные. Компот в обычных вот этих 6-литровых баклажках. Он же по себе имеет свойства такие, ну, окисления. Как можно вымыть эту баклажку? Маркировки на нем не было. Не можно використовувати для зберігання узвару якусь вжиту тару від абсолютно іншого продукту. Це теж пряме порушення санітарних норм та вимог. За критику своєї кухні Оксана розквиталася. Чи буде вона так само безкомпромісна і зі своїм замовленням?
Еда пришла. Спасибо большое. Подача меня разочаровала сразу, потому что я увидела, что никакой это не гриль, не салат. Свежие помидоры, корень сельдерея, листья салата. Мясо здесь очень мелко порезано, и оно, по сути, теряется. И мне просто даже, вот, у меня интересно любопытство распирает, сколько его там грамм в этом. Потому что реально вот то, что я расковыряла, ну это, ну, назвать это гриль-салатом, ну, оно не соответствует действительности абсолютно. М'ясологічні розкопки таки дали результат. Мясо мягкое, ну, вырезка есть вырезка. Шеф-повар мне оставил право досолить и доперчить. Мне не хватает вот вкуса. Вот соус, он какой-то мне, вот он как безвкусный. Мы не гастроэнтерологическое отделение, где нужно немножко не досаливать, оставлять. Мы должны подать блюдо в том состоянии, чтобы гость сел и сделал минимум движений для того, чтобы его вот начать кушать. А не так, что вот начинается, ой, подайте мне соус, ой, подайте мне соль, ой, подайте мне перец. А чи буде безкомпромісним щодо своєї страви Анатолій? Фарш по специям насыщенный. Вот я, мне нравится, я люблю, когда фарш хорошо заправлен. Тесто мягенькое, даже особо не хрустит и так растворяется во рту. Это блюдо, безусловно, пабное, потому что его удобно кушать как руками, так и приборами. Оно мясное, оно простое и подходит очень к пиву. По суті, страва Анатолія – це люля-кебаб в тісті. Ви легко можете приготувати його у себе вдома на кухні, загорнувши обсмажені ковбаски з фаршу в готове тісто. Потім відправляєте рулети в духовку на 5-10 хвилин, температура приблизно 180 градусів, і вуаля! І гості в захваті, і вам не важко. А скільки потягне рахунок за обід у Боці? Моє блюдо, сигарок, піво стоит 89 гривен. Почти 100 гривен за мини-чебуречки, хоть они и вкусные, но мне кажется, дороговато. Что дороговато, да. Сидишь, грубо говоря, ешь какой-то снэк, но платишь при этом 80 гривен. Ну, гривен на 20 дешевле, оно должно стоить. Так, Оксана, твое блюдо стоит 99 гривен. Честно, вот второй раз я бы его заказывать не стала. Почему? Потому что все-таки я ожидала больше мяса в этом салате. А его здесь очень мало. Мне цены завышены, мне кажется. Я думаю, процентов на 15 цены можно было бы опустить. Чи не змусить це конкурентів закладу опустити свої оцінки? В їхньому розпорядженні бали від 1 до 10 за 4 критеріями. Концепт, сервіс, кухня та чистота. За концепт я поставив 7. Сама по собі концепція доволі звична і стандартна. Цьому заведенню хотів би пожелати стать более интересным. Ребята, введите пару новых интересных блюд каких-то, которые будут просто взрывать мозг. За кухню я поставила 2 балла. Подача обыденная, вкус меня не удивил вообще, и завышенная стоимость блюд как таковая. Останній день гастрономічних змагань суперники вирушать у передмістя столиці Ірпінь. Та війдуть там у штопор. Чому пивний паб обрав для себе таку непивну назву, як штопор, для мене загадка. Але, як відзначають знавці, цей заклад відкрився на місці найпрестижнішого ресторану Ірпеня. Тому, вочевидь, може собі дозволити. Які сюрпризи відкоркують для себе конкуренти штопора під час перевірки? Зараз дізнаємось. Інтер'єр пабу виконано в брутальному стилі лофт, а мужність закладу підкріплено спортивними трансляціями, настільними іграми, аскетичною подачею страв і, відповідно, цінами. Автор і управитель закладу Анатолій Стариковський вже на сторожі чоловічої території і готовий захистити її репутацію. Я забув. Ты в штопоре. Это брутальный паб с качественной едой. За смешные деньги. Та чи зможуть гідно оцінити чоловічий заклад жінки-конкурентки? Тим більше, обом є за що мститися рестораторові. Ну что, Оксаночка? Вот, ты знаешь, добрались с трудом, да? С трудом, сколько мы? Минут 20, да, наверное? Ну да, минут 20. Я не знаю, даже захочет кто-то из Киева приехать, сможет ли он сюда приехать. С улицы не видно. Я думаю, что из Киева, ну, конечно же, я бы не ехала. Как тебе вывеска?
Ну, название мне уже нравится. С одной стороны, как и дебильное, да? А с другой стороны, ну вот, реже запоминается. Во всяком случае, пришел, заштопорился, понимаешь? Да, запоминается. Так как ПАП Штопор – новое заведение, я считаю, что вывеску можно было бы придумать либо поярче, либо повыразительней, но с большей подачей. Хотя элемент вот декора дерева, как бы это прикольно. Наконец-то в штопоре. Он наконец настал тот час. Очень, видно, переживал. Что скажут эти две киевские фифы, приехали сюда и вот что-то пытаются ему тут рассказывать. Я вам приготовил угощение. Это крем-суп из цветной капусты. Это с моцареллой и сумахом. Это сушеный гранат. Ну, суп в стаканчике, скорее всего, это, конечно, не пабные комплименты, не пабное угощение. Да, и вообще, я думала, может, какой-то шот. Хотя в таком количестве, думаю, начнется ли у нас вообще ревизия. Крем-суп з цвітної капусти в брутальному пабі? Щось тут не в'яжеться. А ложечки ніяк, да, не прилагаються? Ні, він провалюється. Провалюється? Даже как-то страшно. Схоже, що суп на аперитив провалився в усіх розуміннях. Мне это вызывало достаточный дискомфорт. Вот узкий шот, в котором подано был суп. Ну, я не понимала до конца, как же, что же с ним делать-то, куда чего его засовывать-то вообще. Вначале ярко выраженный вкус капусты, потом послевкусие сыр. Очень приятное сочетание. Не вызвало у меня каких-то таких бурных эмоций. Капусту цветную люблю только в одном состоянии, вот когда она жареная в кляре. Очікуваного ефекту зустріч на гостей не справила. Чи вдасться ще ресторатору вразити суперниць? Ну, неплохой ремонт, интересные идеи, но атмосферы паба, штопор я не почувствовала. Много намудрено чего. И вот есть вещи, которые мне очень нравятся. Вот эти ящики я себе передеру обязательно, куда-нибудь их всуну. Светильники, ну что-то мне они не нравятся. Вот не могу понять почему. Как женщина вредная, не могу сказать точно. Вот не лежит у меня душа к нему, вот что-то не то немножко. Чи буде рестораторка так само упереджена і до офіціанта? Час зробити замовлення та оцінити сервіс у штопорі. Добрий вечір. Мене звати Аня. Можна просто Нюся. Эти прозвища сближают сразу посетителя и официанта. Посетитель называет сразу официанта как своего. Если Аня, то она называется Нюся. Где-то что-то чуть-чуть в детский сад как-то мне напоминает. А если это не Аня, а двухметровый Богдан, его как называть? Боречка? Зажимчик. Ну, как-то меня это вот, не знаю, что-то меня вот, когда вот такие вот папочки, все время почему-то с аудитом. Меня вот почему-то связано. Я наше меню придумал сам. Мне очень удобно что-то новое вносить в меню. Не надо ничего перепечатывать тонны бумаги. Там мы меняем один листик, вставляем по новой. Мы проводим переучет, например, у себя. У нас такая планшетка. К ней приклеен бланк, и вот мы там что-то отмечаем. Листы шевелились, и как-то их приходилось вот как-то мне их подкалывать, подставлять. Не очень практично. Догодити рестораторкам виявилося не так просто. Чи впорається офіціантка з цим надскладним завданням? А вот рулька, вона готується як довго? Рулька готується до 20 минут. А як вона храниться, полуфабрикат цієї рульки? Вона храниться полуфабрикат, скоріше всього, секрет кухні. А общается с гостями достаточно уверенно. Некоторых вопросов она не знала вообще, но молодец, выкрутилась. Она не терялась, она не впадала в состояние комы. Она достаточно живо пыталась выйти из ситуации. Але виходу з ситуації все ще не видно. Олена ставить і ставить провокативні запитання. Предложіть рибу какую-нибудь, пожалуйста. Рибу хотіть? У нас рибне блюдо є тиквенні ньокі з лососем і кальмаром. Вот именно, оно меня заинтересовало. Думаю, вряд ли ви где-то ще таке увидите. Разновидность итальянской пасты, которая подается у нас с лососем, с мясо лососем, кальмаром в сливочно-тыквенном соусе. Да, я хотела бы попробовать. Отлично. Я знаю, что кальмары могут быть жестковаты, если они переморожены, если они неправильно приготовлены. Конечно, меня это тоже зацепило. Я решила проверить, как шеф справится. У меня есть назойливая идея. Я всегда и везде
попробую салат с телятиной. Салат «Штопоровская граната» включает в себя микс овощей, таких как цукини, баклажаны, помидоры конкасе, лук, крымский, болгарский перчик, лепестки говядины предварительно обжариваются в соусе «Ворчестер». Я уже просто вся в предвкушении. Оксана в своем репертуаре. Она тестирует кухню по салату с говядиной. В меню оказалось два салата с телятиной. Один из них был в спецпредложении. Ну, думаю, спецпредложение все-таки период короткий. Если захочу, второй приеду, всегда попробую. Поэтому, чего бы не попробовать спецпредложение. Замовлення зроблено. І суперниці вирушають на перевірку кухні. Хочу представить нашего шеф-повара Роман Беленко. Это хозяин нашего сердца, кухни. Внешний вид шеф-повара. Я не поняла совершенно, что это было. В каких-то обычных ботинках, в брюках, которые он носит дома. Уже он спит в них, может быть, он гуляет в них. Несложно работать вот с такой вот махиной вентиляции. Не поднимали ли вы вопрос о том, что это все желательно закрыть? Вижу, там уже сопли такие висят. Вот. Ну, она у меня даже вот прилипла. Полностью все покрыто пылью, вытяжки, трубы. Висят какие-то куски пыли, которые совершенно незаметно могут упасть в блюдо к гостю. Вентиляция на кухне, если мы ее не закрываем, то мы ее держим в идеальной чистоте. Можно зашить в гипсокартон и забыть для себя эту проблему. Але, судячи з войовничого настрою конкуренток, проблеми у шефа тільки починаються. Мне бы интересно было посмотреть рыба, и где она хранится. Да, конечно. Маркировка все в порядке вчерашним днем. Меня просто интересует, тут мы втроем заказали лосось. Вы к третьему отказались? Там хватит вам лосося на троих. Хорошо, мы в десятером пришли. Я сейчас звоню друзьям. Вы пришли в десятером, у меня сидит закупщик, который съездит и привезет себе свежий лосось. Вы говорите, что подождите полтора часа, сейчас мне закупщик. Полтора часа. Где-то в течение получаса. В случае чего они сбегают за ближайшие повороты и срочно в течение 10 минут принесут лосось, замаринуют, пожарят и подадут. Ну вот как-то у меня тоже это чуть-чуть непонятно мне. Виправдання молодого шефа рестораторок поки що не влаштовують. Схоже, штопор застряг у надто міцному корку. Біч любой кухні, от і вже... Кстати, я тепер це знаю. Холодильник старий, ми заказали нові резинки. Помить. Магнітна лента, вона на нет вся вже іспорчена. Плюс, понятное дело, забивається грязь. І це не дуже благоприятну флору создає в холодильнике. Вопрос, я обратила внимание, смотрите, как ножи. Почему они так хранятся? Разве они могут так храниться? За грязную, за панель, неизвестно, вот если я можно попробовать, я не думаю, что она идеально чистая. Даже на ощупь руки чувствовался жир. Это старые ножи. То есть вы их не используете в работе? Практически не используем, да. Я думаю, что они лукавят. Я думаю, что они их используют, просто им так удобнее, почему-то они их туда позапихивали за замок и просто не придают значения. Ну, навіщо б кухар зберігав старі ножі? Як реліквію? Тоді хай такий музей організовує в спеціальному місці поза кухнею або себе вдома. А так не вірю. Не до кінця повірили в чистоту та порядок на кухні і Олена з Оксаною. Але за правилами програми вони все одно повинні дегустувати приготовлені на ній страви. Так как мне Анатолий изначально сказал, что это паста, я ожидала увидеть что-то в форме лапши, спагетти, вот что-то такое. И когда я увидела вот эти квадратики, внешне похожи на галушки, маленькие только такие. Интересно. Ньокі – це і є галушки, тільки італійські. Від наших відрізняються тим, що борошно для них беруть з пшениці твердих сортів. В Італії їх часто роблять з картоплею чи шпинатом, обов'язково заправляють соусом і тертим сиром, як і будь-яку іншу пасту. Ярко виражений вкус лосося, слегка суховат. Пробуємо кальмари. Кальмари – отлично. Я ждала, я хотела как бы к этому чуть-чуть, может быть, так вот пристать. То кальмары оказались хорошими, мягкими.
Так, это я пробую. Это вот это... Это вот это именно пасты. Они она, самые, да. Может быть, слегка же, ну, знаешь, плотновато. Но, возможно, они такие должны быть. Даже если оно было чуть-чуть подсушенное, не очень, может быть, такое сочное, да, я бы так сказала, то соус разбавил это и как-то вот сгладил это ощущение. А мне нравится тесто в ньоках. Нічого придираться. Те, що ньоки здалися Олені жорсткими, нормально, бо відварюють їх до традиційного для італійської кухні стану альденте, тобто на зубок. Коли серединка ньокі, спагетті, рису або овоча лишається ніби трохи сируватою. Не пропустити цей стан готовності та не переварити – мало не головна задача кухаря. А чи виконає своє завдання вразити Оксану її страва? Во всей композиции меня удивило, в сравнении с Лениным салатом, что я увидела мясо сразу. Плюс оно еще было в сочетании с вялеными помидорами. Это вообще меня удивило вдвойне. Вырезка. Вот как лично мне, в меру пожарена, поперчена, ни к чему придраться. Овощи абсолютно выдерживают свою форму, не разваренные. Вот они хрустят приятно. Вяленые помидоры, телятина, овощи, гриль. Сам вот этот букет меня порадовал. Гранатовая заправка, она такая кисленькая. Вот. Может быть, мне не хватило какой-то выразительности вот в самом соусе. Больше красок каких-то. Свою функцию гранат здесь сыграл только в названии. Розрекламована граната вибуху емоцій не спричинила. Хоча, може, це зробить рахунок за обід. Твой салат, штопоровская граната, 65 гривен. Ну, ты знаешь, если брать для киевских мерок, то, в общем-то, эта цена низкая. Я тоже об этом подумала. Да. Мое блюдо тыквенные ньоки с лососем и кальмаром 109 гривен. Такое блюдо в Киеве стоило бы в два раза точно дороже. Такое заведение может выстрелить в Киеве, но для этого ребятам еще надо приложить много усилий. Третій день ресторанної битви добігає кінця. Час оцінити паб «Штопор» балами від 1 до 10 за 4 критеріями. Концепт закладу, сервіс, кухня та чистота. За концепт я поставила 3 бала. Все-таки, как бы Анатолий не старался, я увидела молодежное кафе, студенческое, но паба как такового я не увидела. За кухню я поставила 9 баллов, потому что кухня вкусная, интересная, с хорошей подачей. Це був останній день пабових перегонів. І от настав час дізнатися, котрий заклад став найкращим. Кубинський бунтар Че Гевара, атмосферна бочка на Подолі чи брутальний ірпінський штопор? Розсудити цю трійцю зможе тільки безкомпромісний суддя та незмінний ведучий шоу Руслан Сєнічкін. Олено, Анатолій. Добрий Оксано, день. Оксано, добрий день. Здравствуйте. Нарешті ми побачилися. Зараз зі скрині я дістаю результати оцінок, які ви поставили одне одному. І, можливо, для вас будуть сюрпризи. Отже, першим гостей приймав гриль паб Че Гевара. Анатолію, в категорії «Концепт» сімку поставили. Сказали, тема Куби інтересна і перспективна, але недостатньо розкрита. А що ви мали на увазі? Ну, не знаю, можливо, відеопривітання Фіделя Кастро має бути там на адресу гостей Че Гевари, наприклад. Або з бороди його, там, волосечко, щоб ти дав рамочку. Що має бути кубинського такого, щоб вас це переконало? Ну, можна побільше різних таких аутентичних речей просто в інтер'єрі мати. Пані Олено, а от цікаво, «Концепт» 6 балів. Не видержана общая стилістика оформлення поміщення, много живих цветов для паба. Хіба це погано? Ну, все-таки я считаю, в пабе такое количество цветов, ну, я думаю, что это не брутально. Многовато, да, все-таки. Их у нас стало меньше. Да. Энергетика явно. Другий день. Другою була бочка. Анатолію, ви поставили закладу 7 балів. По всім критеріям. І за концепт.
і за сервіс, і за кухню, і за чистоту, усі параметри бочки, невже були вони настільки посередніми? Бочка таке старе заведення. Мене лично не впечатляє. Мені дуже подобається, наприклад. Пані Оксано, а от у вас розрив між оцінками дуже помітний. 7 балів за сервіс і 2 за кухню. Були ж шанси у бочки якимось чином вас підкорити? Звісно, були. Так. Ну, не в цій передачі. Опа! В бочці була перший раз, мені сіра як-то. Вот. Наостанок, дорогі наші ресторатори увійшли в штопор. Оксано, ви, я бачу, довго не могли визначитися з оцінками. За концепт спочатку ставити 2. Да. Потім перекреслювати і 3. За кухню спочатку 8, потім 7. Що це за вагання такі? Що з вами відбувалося в цей момент? Моя подлость мені не давала все-таки покою, розумієте? Поэтому, ну вот. А то ви така. Я дуже жінка вредна, розумієте? Вот ага. Так я зверху пушистая, так я вообще очень. Так, зрозумів. Олено, ви поставили за кухню 9 балів, хоч і написали, що вам просто однозначно і зрозуміло, було смачно. Чому ж не 10 тоді? Бо це було б перфектно, должно бути взрыв. Нет, предела совершенства. Да. Это чтобы стимулировать Толика развиваться, развиваться и развиваться. В плане улучшения смотивирован и без оценок. За правилами шоу Руслан Сінічкін має в своєму розпорядженні 10 балів, які він частково чи повністю може віддати будь-кому з учасників. Я хочу віддати від себе 3 бали штопору за те, що ви там, де ви є, ви єдині такі. По-друге, є бажання до вас приїхати. І головне, офіціанти привітні. Це дуже добре. Хочу віддати від себе 3 бали закладу «Бочка». У вас простір, як в прямому, так і в переносному сенсі. У вас є простір для самовираження. У вас є чим дихати. Хочу віддати Че Гевара 4 бали за те, що, принаймні, я відчув, у Києві все-таки є невеличкий, але острів свободи. Дякую вам за це. І от настав цей найбільш хвилюючий момент битви. Зараз ми дізнаємось, який заклад став переможцем. Штопор отримує 50 балів. Бочка отримує 48 балів. Че Гевара отримує 57 балів. Отже, в запеклій боротьбі перемогу і титул «Найкращий ресторан» здобуває столичний гриль-паб «Че Гевара». А пані Оксано, свідченням того, що Че Гевара в цій битві може називатися найкращим рестораном, ось це відзнака. Будь ласка. Заклевали бочку, конечно. Я считаю, что мы классные, что мы лучшие. Ну, я считаю, если честно, и штопор получше. Мои сегодня порадуются этой победе. В этой передаче Че Гевара оказалась лучшей. Якого пива наварили, от таке і пити, каже народна мудрість. А де і чим закушувати, ви вже знаєте. Це був «Найкращий ресторан». Бажаю всім смачного дня та до нових зустрічей на каналі 1+1.